Более 60 тысяч казахстанских семей отпраздновали новоселье с начала года. Треть из них предпочли индивидуальное жилье. Всего в эксплуатацию введено почти 7 миллионов квадратных метров. Это на 8% выше показателя прошлого года. О ходе реализации программы «Нурлы жер» журналистам рассказал председатель комитета по делам строительства ЖКХ Мархабат Жээнбетов. Около 40% вводимого жилья приходится на Астану и Алматы. В числе лидеров также Мангыстауская и Южно-Казахстанской области. Как отметил Мархабат Жээнбетов, без квадратных метров не останутся и социально уязвимые слои населения. Для них предусмотрено арендное жилье. 25 миллиардов тенге будет ежегодно выделяться на строительство арендного жилья. Это 3000 квартир ежегодно будет вводиться по арендному жилью. Это бесплатное жилье. 100 тенге за квадратный метр будет сама арендная плата. Для этой квартиры, для социально уязвимых слоев населения, это в первую очередь, конечно, для детей-сирот и инвалидов первой категории.